по прищепке. Вот так, так же можно данно штоп открутить и опустить его на минимальную высоту. Минимальная высота, кстати, составляет штативом в таком собранном состоянии, составляет 51 см. В принципе, тоже неплохо. Также его можно разложить в несколько положений. Можно также сделать вот такое положение, более стабильное для низкой съемки или фотосъемки. Второе положение у нас будет на один меньше, уже более высокий. Тоже круто смотрится и более такой, знаете, стабильный. Кстати, что мне нравится. И последний режим, да, у нас получается вот просто щелчками. Последний режим стандартный. Очень удобно. Снизу ножки у нас полностью прорезинены и сделаны в виде конуса, чтобы более стояло стабильно на какой-либо поверхности. Что очень удобно. По высоте ног откручивается буквально одним щелчком и можно выдвигать любую делать длину. Как вы видите, длина у него очень большая, все-таки 1.5 метра. Можно также отрегулировать по определенной высоте. И нажимается также очень легко. Удобные ручки, хороший хват. Везде присутствует логотип ZoomA. Как на самой ручке, также на прищепках, также на самой штативной голове ZoomA. Очень понравилась голова штативная. Также можно полностью открутить и переместить уже монофот, палку, да? Или на какой-либо другой штатив. Весь основной вес, кстати, занимает практически сама штативная голова. Да, сам штатив практически ничего не весит, он очень легенький. Ну, вот так он выглядит в стоящем положении, сам штатив. Без выдвинутого одного деления. И посмотрим, как он быстро собирается. Вашу осанку. В принципе, круто, я абсолютно доволен данным штативом. А механизм мне понравился, также есть шестигранный.